Добрый день, друзья. С вами Квестоник. Сегодня мы играем в City Car Park. Так, вот здесь. Здесь у нас такой паркинг. Подземный, я так понял. И надо припарковывать правильно машину. Очень сложно ездить, и узкие эти проезды. Непонятно, как тут. Так, ну очень трудно. Я не знаю, тут может быть задним ходом как-то. Ай. Так. Давайте попробуем. Стой, стой, стой. Потому что так... Разогнался, да. Так, вот неудобно, как-то камера крутится вместе с этим. Давайте так. Не видно даже, куда ехать оно. Стоять. Так. Попробуем еще раз. Ага, вот так вот. Понял. Делать, чтобы было видно, куда мы с одним ходом едем. Слушайте, ну очень долго мы едем здесь. А, тут даже показано, что надо ехать, запарковаться задним ходом. И получилось. Так, пробуем еще раз. Но уже с новой машиной. Здесь, конечно, могли бы и пошире сделать. Так, это что значит? Так, наверное, максимум можно один раз врезаться. Я так понял. Вид сверху вроде бы удобнее смотрится. Так. Здесь будет уже сложно. Так, вот этот включаем. Камеру отсюда включаем. Так. Мы сейчас должны пройти. Уже это знаем, как ее проходить. Так. Стой, стой, не отгоняться. Все, вроде прошли. Да. Так, о, здесь-то уже полегче будет. Здесь уже в городе. Так, ну мы соблюдаем правила дорожного движения, поэтому красный свет ждем, когда зеленый.
там долго горит этот красный. Станем рядом с этой белой машиной. О, долго мы стоять будем? Где зеленый свет? Наконец-то. Так, тут можно и разгоняться. Хотя вряд ли. Здесь же мы уже заезжаем опять на эту парковку. У нас тут шлагбаумы пропускают. А вы заметили, какой руль странный? Такой формы. Никогда таких не видел. Так, значит, здесь нам надо заезжать на следующий этаж. И где-то здесь будет парковка. Так, тут еще надо куча машин проехать. Так стали, конечно. Так паркуется. Так, и тут тоже задним ходом надо как-то втиснуться. Так, вот оно. Нет, да. Так, я даже не знаю, как здесь надо сделать. Так, ладно, попробуем так. Так, это уже парковка типа на улице. Так, каждый уровень нам дается новая машина, это круто. То на одной машине целую игру играть, это не очень интересно. Так, смотрите, что происходит. Специально еще машины ездят. Так, усложняют нам. Ничего, мы и так справимся. Так, понятно. Ой, так, здесь легко заехать. Так, мы продолжаем. Так, это непонятно где. Тоже какая-то видна парковка уличная. Или при супермаркете каком-то. Какой-то, ну, лабиринт какой-то похоже. Обычно надо передом заехать. Ну, это быстро прошли вообще. Так, а здесь что у нас? Непонятно. Гул как? Вот оно как. Здесь надо... Я понял. Здесь надо максимально аккуратно. Так, стали. Кружок. Все. И все. Нет, не все. Так. Та же машина. Какая-то на Range Rover похоже. Ой. Так, ну это один раз. Больше постараемся не врезаться. Это будет трудно. В таком узком проезде. Не знаю. А, все. Все легче и легче. Так, а здесь он что? Какие-то коробки стали эти.
уровней. Так, здесь обычно надо заезжать или не задним ходом. Так вот. Нет. Это мы случайно врезались. Что у нас здесь? Ну тут просто объезжать надо, здесь ничего сложного. Хотя и здесь можно врезаться просто. Куда там? Он оставлял тут красных блоков каких-то. На таких тачках нужно ездить по скоростным трассам, а не медленно так парковаться. Так, что? О, там мы в город сейчас выйдем. Наконец-то. Долго я хотел в городе поездить. Ой. Так, ну что, один раз. Один раз можно врезаться. Вот, наконец-то можно почувствовать скорость. Так, красный, стоять. Ждем. Вот тут тоже соблюдать правила движения. Автобус остановился. Сейчас он должен зеленый загореться. Ой, где? Так, непонятное движение. Вот, наконец-то. Проехали. Так. Едем. Там тоже красным ждать. Я не бывает. А нет. Зеленый как раз вовремя загорелся. Опять он, что такое? Все время на красный попадаю. Ладно, ждем. Какая у нас машина? На Феррари похоже. Что там? Уже успели даже машину посмотреть, а зеленый где? Так, сзади грузовик стоит, о, наконец-то. Так, надо сюда, наверное. Опять заезжаем в этот. Люблю я такие парковки. Сколько их там будет? Где? А, наконец-то. Так, ну это был последний уровень. С вами был Квестоник. Всем пока.